Наводнения жителям Байеркум теперь не страшны. О них здесь забыли с тех пор, как появился в регионе коксарайский контррегулятор. Жасан Сак уже 18 лет выращивает на 100 гектарах корма для скота. Говорит, что только в последние годы перестал волноваться за урожай. Раньше из-за разлива реки весь его труд буквально смывало. Теперь же он спокоен за свои угодья. К слову, на днях он и другие дихкане начнут получать поливную воду для своих посевов. И 3 месяца с водой для полива не будет проблем. Вначале мы относились к строительству водохранилища с опаской. Раньше воду собирали в Шардаринском водохранилище. Когда водохранилище стало переполняться, то в связи с опасностью наводнения начали собирать у местных жителей документы для переселения в безопасное место. После того, как по распоряжению президента построили Коксарайское водохранилище, мы перестали бояться наводнений. Коксарайское водохранилище буквально спасает от весенних паводков 18 населенных пунктов Южного Казахстана. Не будут подтапливаться и другие 33 поселка, которые расположены в пойме реки Сырдарьи. Теперь более 500 тысяч жителей могут жить и трудиться, не опасаясь наводнений. С введения в эксплуатацию и до настоящего времени мы собрали в водохранилище больше 15 миллиардов кубометров воды. И каждый год, когда в этом есть необходимость, мы направляем воду в Сырдарью. Теперь у дихкан Южного Казахстана с поливной водой не будет проблем. Сегодня контррегулятор работает на полную мощность и уже заполнен до краев. В ближайшие дни эту воду будут получать и сельхозпроизводители Арыси, Ардабасинского и Атрарского районов. Бахтияр Худайбергенов, Антон Семенов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».